Привет, друзья! Меня зовут Юрий Тимощук, и я вам хочу рассказать про одну прикольную статистику. Знаете, у меня на канале, у меня как минимум каждую, наверное, неделю хотя бы один комментарий есть с примерно таким текстом. Вот, расскажите, пожалуйста, какие вы шары покупаете, где вы их покупаете и так далее и тому подобное. Так, все, давайте с этим окончательно покончим. Сегодня я вам расскажу, какими же именно шарами пользуюсь. Дело в том, что совсем недавно я перешел на... Вернее, не пришел, попробовал фирму, которая называется Latex Accidental. Ну, я представляю сразу в комментариях, фу, Юра, ты че, какой Latex Accidental, там, Sempertex рулит и тому подобное, Qualatex. Ребята, вы цены вообще видели? Вот я хочу рассказать именно соотношение цена-качество. Дело в том, что вот насчет круглых шаров, именно в Latex Accidental, тут вообще претензий у меня никаких нет. Они реально качественные. Ни разу мне еще не попались там какие-то двоечки, спаренные и так дальше. Ну вот просто супер. А еще очень нравится то, что сам Latex очень мягкий. Вот реально, если там сравнивать с каким-то там Jammer или как она там правильно называется, эта фирма не знаю. Вот, так у них, допустим, латекс такой жесткий, а здесь более мягкий. И еще к плюсам бы я отнес бы вот это. Видите, насколько здесь реально длинный кончик шарика, то есть с проблемой с завязыванием вообще не должно быть. То есть, получается, если шарик попадет на что-то остренькое, так, то вероятность того, что он лопнет, намного меньше. Из-за того, опять же, что латекс мягкий. Во-вторых, если у вас будет заказ какой-то вот такой очень крупный, скажем, да, так пальчики ваши уставать намного меньше будут. Если с тем самым джеммером или другими какими-то фирмами жесткими у вас там же, там пальцы болят, что делать, так здесь такого абсолютно не будет. Так, в-третьих, хочу рассказать вот о шариках ихних ШДМ, именно Latex. Шарики ШДМ давайте оставим на потом, они отдельного внимания заслуживают. Конечно же, в-третьих, это хорошая цена, потому что, ну вот реально, если сравнивать с какими-то другими фирмами, ну вот цена, ну просто шикарная. И теперь давайте перейдем все-таки к самим шарикам ШДМ. Вот тут ШДМ не так все как бы... По крайней мере, мне хотелось сначала, но сейчас уже я всем доволен, расскажу, в чем дело. Дело в том, что у них ШДМы не 260-й размер, как мы все привыкли, да, а они у них 270-й, то есть они идут почему-то немножко длиннее и чуть-чуть вот потольше, ну, совсем немножко, да. И то есть, друзья, если вы сразу на них переходите от 260-х, да, изначально вам будет как-то немножко непривычно, хотя, вот скажу правду, я... Да сколько уже, наверное, около полугода, да, занимаюсь именно Latex Occidental. Знаете, я привык, и все круто, все классно, все действительно устраивает. И Latex, как я уже сказал, как и с круглыми шарами, он действительно тоже мягкий, пальцы не так устают. Да, они немножко тоньше, немножко длиннее. Ну, все, допустим, те же видеоуроки, что я показывал на 260-х ШДМ, они абсолютно идентичны, идут и с 270-ми. Вот, как видите, с их ШДМ все абсолютно точно так же крутится, как и наших, с обычных, с 260-х, вот, с 270-ми. Ну, как видите, они, ну, вот почти такие же, как и 260-е, только немножко мягче, длиннее и чуть-чуть толще. Ну и, наконец, вечный вопрос. Юра, где ты покупаешь именно шары? Ребята, покупаю я их в Киеве, я сам с Украины, это, я думаю, не секрет ни для кого. В Киеве в магазине Patty Boom. Почему именно Patty Boom? Ну, во-первых, я не знаю, вот ситуация вообще какая была. Мы с друзьями сидим в суши-баре, тут выходим с него, видим рекламка, тут шарики дешево. Ну, ребята, кто из вас аэродизайнер, думаю, реально сразу пойдет, посмотрит, в чем дело. Ну, в общем, зашел я в этот магазинчик, посмотрел цены, меня реально это очень удивило. Плюс сказали мне, что там очень хорошие скидочки постоянным покупателям. И как-то так затянуло, и я теперь постоянно у них скупаюсь. Patty Boom, ссылочку я оставлю на магазин внизу. Вставляю кучу комментариев там, типа... Вау, Юра, ты чего? Это же реклама! Ну, почему бы не поделиться с людьми своим опытом? Если, допустим, я покупал раньше шары по цене, которая намного выше этих, и качество как бы их не уступает, почему бы хорошей информацией не поделиться со своими подписчиками и друзьями? По-моему, я все-таки делаю благое дело. Ну, напишите в комментарии, по крайней мере, что вы об этом думаете. Короче, друзья, вывод. Качество хорошее. ШДМ.
принципе, если поработать немножко, привыкнуть, ну, сейчас я всем доволен. Я считаю, это тоже плюс, потому что они длиннее, как бы, ну, сами увидите. Третье, цена. Цена бомба, тем более в магазине Patibum, я как сказал, уже помимо оптовых цен, у них еще есть там скидки постоянным клиентам. Ну, там, в принципе, скидки меняются, вы сами узнаете, какие есть. Ну, очень дешево получается, просто супер, там, классно. И четвертое, это вы посмотрели мое видео, за это вам большое спасибо, друзья. И если это видео стало вам полезно, почему бы не поставить ему лайк? Ну, все, будет вам счастье. Пока, друзья!